Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 28 февраля 2015 года. Я приехала в Анкориджский музей. Там сегодня будет проходить фестиваль разных народов. И не могла понять, что творится в городе. Я кое-как припарковалась. Сейчас сделала несколько прямо кругов по городу. Кое-как чудом припарковалась очень далеко от музея. И не могла понять, что происходит. Оказывается, в городе у нас сегодня идет вот такой фестиваль. Конечно, я ничего вам уже не показала, потому что он уже заканчивается, похоже. Вот это последние буквально, я вам показываю последние буквально машины, которые едут здесь. Не знала я, что такое событие, прямо так интересно. Но вот, к сожалению, показать вам мне его не удалось. Вот моя любимая радиостанция, которую я слушаю все время в машине. КБР 104.1. Такой вот прямо праздник здесь чувствуется. Люди ходят с шариком нарядные. Но это уже все. Похоже, конец фестиваля. Ну, раз я уже включила камеру, тем не менее, я пройдусь и покажу вам улицы Анкориджа. И что сегодня здесь, вот после праздника, происходит. Мне задаете вы вопросы, почему не видно людей на улицах города. Да, действительно, народа очень мало. Единственное, где можно увидеть вот таких гуляющих прохожих, пешеходов, это только вот в даунтауне, особенно вот по таким каким-то праздничным дням. Я сейчас нахожусь на 6-й улице. Это, можно сказать, центр города. Вот кто смотрит мои видео, узнает вот эту гостиницу «Капитан Кук», в которой работает Эля и в которой находится ее бутик. Очень много машин, полицейских здесь. Все улицы перегорожены. Почему еще не могла не припарковаться? Ничего, сюда вообще не заедешь сегодня в центр города. И, кстати, я вот еще вижу, что по 5-й улице этот фестиваль еще идет немножко. Дайте-ка я туда сейчас пройду, чтобы уже не зря вот так вот я здесь оказалась. Вот они прошли по 6-й улице. Где-то там развернулись. Но недалеко, вот здесь прямо где-то рядом они разворачиваются и обратно возвращаются по 5-й улице. И вот я сейчас выйду на 5-ю улицу и покажу вам все-таки кусочек этого шествия. Как сказала мне Аня, это фестиваль меха. Но я видела очень много бегунов. Вот что здесь. Вот идут какие-то люди. Автобусы. Вот раздают всем хлеб. Вот этот вот Грэнс. Это какой-то хлеб. И вот представитель их идет и раздает всем этот хлебушек. И не один он, вот их много. Все вот эти с желтыми пакетиками. Люди идут. И сейчас вот я вам покажу. Вот он. Как он выглядит. Машинка такая смешная. Я пытаюсь догнать его. Догнать это шествие, потому что я опять в самом его конце оказалась. Вот тут люди какие-то. О, вот они оттуда кричат, из гостиницы. Так, бегом, к тому же мне как раз к музею, вот в эту же сторону, и идти, куда я и иду. Вот здесь. Азиатская лица я вижу. Не знаю, что они представляют.
очень много собачек вот впереди у меня, вот здесь. Ой, сколько собак, посмотрите, боже, такие красивые. Вот я вам покажу эту группу, мы с собачками. И вот я кого-то догнала. Вот какая-то организация. Okay. It was almost like a running gag for a while, really, but I got it now. Okay. Thanks for coming out. Wilke Schule, German Immersion School. Он какой? Вау, great! Посмотрите, какая у него шапка. Вот такая толпа народа. Ну все, я уже не догоню остальных. Вот это может быть последнее, что я успела схватить. И вот такая девушка здесь в виде, я не знаю, кота или кого. Как таких вот люди попадаются в национальных. Хай! Очень дружелюбные люди, машут. Все улыбаются. Вот в медалях такой человек. Я тем временем дошла до Си-стрит, это улица, которая мне и нужна. То есть вот по этой улице находится мой музей. Это вот наш молл, Анкоричский, Фифс Авеню, на 5-й авеню. Очень большой магазин. Вот в таких нарядах, посмотрите, люди попадаются. Красивых, национальных. Вот. Oh, you beautiful! Вот, вот столько национальных аляскинских меховых тоже нарядов. Люди постарались одеть шубы сегодня. Все, вот на этом дальше не идет. Парад поворачивает направо и заканчивается все. В общем, остатки роскоши. Вот столько людей с медалями, я не знаю, кто они такие, что представляют. Ну и вот, все, я покажу вам последних людей, которых я могу показать. Они тоже вот действительно в каких-то меховых шапках, на вот этих мотоциклах. Вот. И все, все. Здесь фестиваль уже заканчивается. Детвора, вот эти девчонки, мальчишки, надавали мне кучу-кучу конфет. А! Вот так вот. У них мешки с конфетами. Музей, в который я иду, как раз вот по другую сторону дороги, и туда я сейчас и направляюсь. Ну вот и все, мои хорошие. Вот так вот я вам показала маленький-маленький кусочек фестиваля, но я все равно надеюсь, что это лучше, чем ничего, и вам понравилось. А я на этом с вами прощаюсь.